Привет, друзья. Ну вот мне снова и снова приходится повторять одно и то же. Ну вот смотрите сюда. Например, встали и повторяйте любые движения, которые вам хочется продолжать. Не старайтесь расслабляться, не старайтесь закрывать глаза, не старайтесь думать, как их делать правильно или неправильно. Просто по 5, 15, 20 секунд, как примеряйте ботинки. Вы просто делаете самые различные движения с настроенностью найти то действие, которое хочется продолжать, которое дается вам легко и свободно, которое для вас просто. Ну, например, шалтай-болтай, думайте о своем, пустите мысли на самотек, или раскачивайтесь из стороны в сторону, или по кругу. Или делаете дирижирование, или делаете фехтование, или делаете плавание, или делаете, как будто на коне скачете, тряситесь. Делайте любые повторяемые движения с настроенностью на то, чтобы найти, какое из них вам хочется повторять, продолжать. Это вы подбираете действия, синхронное текущему состоянию в моменте. При этом, может быть, возникнут и слезы, и какие-то воспоминания с детства, а могут возникнуть какие-то дремотные чувства, может, зевание, может появиться какая-то нервная дрожь лихорадочная, может появиться какое-то ощущение необыкновенной легкости. Не обязательно закрывать глаза, держите так, как вам удобнее, все делайте так, как вам проще. Ну вот представьте себе, как это все просто. Подбирайте действия, которые синхронны вашему текущему состоянию, то есть которые вам хочется продолжать. Выдумывайте любые движения или вспоминайте любые движения, можете из детства вспомнить какие-то любимые движения. Можете даже представить себе, что вы через скакалочку прыгаете, или хлоп-хоп крутите, или делаете хлёст. Ну, что хотите, то и делайте, то, что вам легче. И вот когда вы подбираете то, что вам проще и хочется повторять, продолжать, это значит, вы подбираете действия, синхронные текущему вашему состоянию в моменте. А что при этом происходит? Ничему не мешайте. Может, вам заорать захочется, может, постонать захочется. Может, захочется помять себе вот так вот, может, захочется поделать вот так вот. Может, захочется поделать мягкое такое разминание ушей. Может, захочется сделать узелки на память, как мы делаем. Узелки на память. Да, любые действия, пожалуйста. Повторяемые действия, вы подбираете действия, которые, еще раз повторяю, которые вам просто, легко и свободно делается, и которые хочется продолжать. Это вы подбираете действия, которые соответствуют вашему текущему состоянию, текущему уровню напряжения. И при этом происходит освобождение. Освобождение! И даже голова иногда бывает такая пустая, и так хочется прямо летать, и такая свобода появляется, может кому-то улыбаться захочется, кому-то смеяться, кому-то летать, и появляется такое прекрасное состояние. И бывает такое, что буквально за 5 или 10 минут у вас появляется ощущение такой необыкновенной легкости, как будто груз упал с плеч, прямо гора с плеч. Все люди обычно говорят, что после этого стало легче. И повторите так несколько раз в удобное для себя время. Вы можете начать это делать, а допустим, вам неохота так делать, делайте по-другому. Неохота так делать, делайте по-третьему, по-пятому, по-шестому. Как вам удобнее, самое главное – забудьте на это время, как делать правильно. Не старайтесь расслабиться, а наоборот, ищите то, что вам приятнее,
И еще раз повторю, найдите то действие, которое хочется продолжать. Этим самым вы подбираете ключевое действие, после чего вы можете сесть, если хочется, можете лечь, если хочется. Хочется вам смеяться, смейтесь, хочется плакать, плачьте, стонать, хочется стоните, дрожать, хочется дрожите. Что там происходит, ничему не мешайте. Это называется подбор действий путем перебора по критерию минимального усилия, по критерию индивидуального соответствия. Да, и стресс снимается, и появляется хорошее настроение. Ну вот я повторяю это, сколько раз я одно и то же должен повторить, чтобы даже новичок, который первый раз сюда вошел, вдруг увидел, удивился, думает, что это такое. А это не что это такое, это то, что мы обычно инстинктивно делаем. Например, когда мы дети были, мы так инстинктивно делали. И ногой дергали, и ручкой дергали, и поворачивались, как хотели, и стояли шалтай-болтай делали, да. Да. Но не буду сейчас долго это объяснять, чтобы вас не утомлять, потому что если вы это сделаете хотя бы раз, а я вам сейчас не говорю о ключевом стресс-тесте, да, я вам говорю о простых вещах, вот эту простую вещь сделайте, кто никогда не делал. Потом сядьте или лягте, пустите мысли на самотек, и вы почувствуете. Потому что метод ключ, а это часть метода ключ, дает эффект у 30% сразу. Надо просто один раз это сделать, и вы вдруг увидите большие перемены в вашей жизни. И потом вы узнаете, как можно это использовать для того, чтобы быстро восстанавливаться, научиться снимать усталость в любой момент жизни, снимать страх, настраиваться, повышать эффективность тренировки любой, повышать эффективность любой работы, физической или творческой, развивать качество и способности. Вы все это потом поймете, почувствуете, потому что посмотрите еще наши ролики, почитаете книжки про ключ. Смотрите там под видео описание, что это такое, зачем это, когда это было создано, кто это применял, да, что это было сделано сначала в Центре подготовки космонавтов в 81 году. Для моделирования состояния невесомости. Приемы там были немножко другие, потому что те были первые у меня приемы. Да, это я добавил для тех, кто вообще просто ничего не знает, и с первого раза, чтобы сразу почувствовал, как сбрасывается лишнее напряжение, и происходит выход из депрессивных состояний, из неприятных состояний, из состояния страха, в состояние легкости, свободы, с которой уже любое дело по плечу. До встречи!